сказал он, не надобно ли нам использовать силу эту, как враги наши использовали ее против нас? Не распилить ли нам дикие их леса на брусы наши и доски? Не укротить ли нам бушующие их потоки, дабы несли они наши лодки? И в юности своей и в глупости братья его ответствовали: да, давайте же сделаем так. С талисманами я сумею разрушить защиту собора. Настало время заполучить глаз и нести его Константину. В прошлый раз, когда я был здесь, глаз находился внутри, на виду, на главном алтаре. Мне нужно только схватить его и побыстрее смыться. Но это не обязательно будет легко, если место так облюбовано нежитью, как это выглядело в прошлый раз. Если сильно приспичит, то есть еще один путь наружу, через ворота монастыря, что позади собора. Чем скорее все это дело закончится, тем лучше. Когда мне заплатят за эту работу, я собираюсь отойти от дел. Всем привет, меня зовут Артур, и мы продолжаем страдать вора. И с этого момента начинается самое интересное. Я давно ждал эту миссию. У меня, знаете, у меня сейчас еще такое прям воровское настроение, потому что я весь в предвкушении этой крутейшая миссия, она мне больше всех нравится. Короче, что нам нужно? Просто украсть глаз и свалить с собора. Хорошо, погнали. Я думаю, что нам надо будет сейчас купить, если нам дадут веревочные стрелы, возможно, огненные, если там такие будут. На самом деле, эта миссия, она вроде бы как поделена на несколько частей. Я могу ошибаться, правда, то есть сначала идет собор, это первая часть, и вторая часть это уже тоже собор, но чуть в другом месте, короче говоря. Так, хорошо, давайте мы возьмем стрелы с веревка у нас есть, я думаю, что нам трех, в принципе, должно хватить. Ты взял святую воду, Гаррет, почему ты не взял святую воду, если ты идешь в собор, наполненный нежитью, объясни мне. Ну хорошо, ладно, давай возьмем водяных на все, как всегда. Мины, это хорошо, давай возьмем мины. Скорость, кстати говоря, скорость, неплохо было бы схватить глаз, выпить зелье скорости и влить нафиг. Так, бомба, давай возьмем вспышку, бомба вспышка, в принципе, работает на нежить. Я не помню, успел ли это проверить или нет, но по-моему проверял. Так, исцеление мне, в принципе, могло бы сгодиться, несмотря на все. Все-таки тут эта способ нежить может пригодиться лечиться. И я еще куплю две огненные. Меня, в принципе, устраивает. Погнали. Да, вот она. Тут же я должен показать вам буду один прикол. И сам заодно посмотрю, работает ли он. Потому что говорят, что в Gold-версии он не работает. Ой, что в Gold... Ну да, все правильно, что в Gold-версии не работает. Что он работал в этом Dark Project. Так, сначала хочу посмотреть, что у нас здесь. Не знаю, у меня прям сегодня такое настроение. Прям куча свора играть. Я даже не могу. Тихо. Призраки. Причем призраки ходят за... Или нет? Или внутри собора. Короче, все очень жутко, страшно. Хорошо. Мне нравится. Здесь... О, вот точно, вот это вот надо взять с собой. Вот это нам пригодится для того, чтобы проверить теорию... А, тут есть. Для того, чтобы проверить теорию, которую я хотел вам рассказать и показать. Предостережение. Это место находится в власти великого зла. Она больше не принадлежит человеку. Двери запечатаны, чтобы защитить нас от того, что за ними. Не задерживайся здесь. Это писали и в прошлый раз. Так, по идее, с этой стороны все еще можно узреть глаз, да? Говорят, кстати говоря, что если здесь правильно прыгаться, то можно было бы залезть в этот самый в собор еще на той миссии в затерянном городе смотреть. Блин, друг заделали. Черт. Я не знаю, как это вообще реализуется, но это довольно интересная информация. То есть мы могли
вообще не искать никакие руны, просто залезть как-то там по крыше и в итоге... И в итоге все. Пропустили бы вообще все 20 сей, короче говоря. Но, как я уже говорил, кому это надо? Так, хорошо, ну давайте приступать, я не знаю. Так, значит, руна воздуха, тебя мы поставим сюда. У тебя есть талисман, человек. Я и не думал, что тебе повезет. Мне не повезло. Да, вот более точный перевод. Не думал, что ты преуспеешь. Это как раз, да, лучше вписывается. Мы, конечно, сейчас дико неправильно поступаем. То есть мы фактически высвобождаем что-то очень злое, но... 100 тысяч. 100 тысяч на кону. Представляете? Вот реально, Гаррет, в принципе, может отойти от дел после такого. Ему, по сути, больше незачем будет заниматься тем, чем он занимается. Так, хорошо, давайте мы проверим все-таки теорию. Теория заключается в следующем. Мы берем вот этот череп, и как только дверь будет закрываться, она должна... Вот сейчас вот как раз я выйду отсюда. Да, смотри, реально, в Dark Project оно не работает. Ой, в смысле, в Gold версии оно не работает. А если я сделаю вот так? Ща, вот как-то немножко... Нет, немножко вот сюда. Смотри, не работает. Да. Жалко. Значит, то, что у меня на диске, хоть там и вроде как стоит пометка Gold версия, нифига она не Gold. А, когда вы ставите череп под дверь, то дверь не должна была закрываться. Видите, она даже Гаррета выталкивает. То есть дверь просто напарывается на черепочек. А ну... Но она все еще открывается. Дверь просто напарывается на черепочек, и все. И всегда остается открытой. В итоге, когда вы хватаете глаз, можно подойти к двери и выйти из нее. И это также помогает вам избежать сюжетного куска. Невзирая на то, что это, возможно, последние минуты нашего возлюбленного собора и бренной нашей жизни, моей жизни, буду я преданно вести хронику до самого конца. Великая зловещая магия обрушилась на нас, и повсюду мы сражаемся с демоническими тварями. Павшие наши братья восстали из мертвых и обратились против нас. В очах полыхает холодный свет, наши могучие двери не помогают нам, ибо зло атакует изнутри. Скоро и я буду найден и повержен, подобно другим. Да спасет строитель наши души. Короче, ладно, готовьтесь, это очень-очень крутая миссия, очень страшная на самом деле, надо быть максимально внимательными здесь. Подожди, а сколько нам, а нам денег отсюда вообще вытаскивать не надо, да? Нам надо вытащить только сам глаз. Тем не менее, если мы найдем какие-то монетки, думаю, они нам не помешают. Смотри, а здесь двери... Открывается еще. У нас еще пока есть шанс повернуть назад. Может, и сюда идет? Да, реально, он тут ходит, смотри. Обратите внимание, что двери здесь, в принципе, сами закрываются. Здесь нет такой фигни, как самозакрывающиеся двери в принципе. То есть те двери, которые мы открываем, они остаются открытыми. А в соборе они закрываются сами. Сами, судя по всему. Но, честно говоря, это я понял только буквально вот сейчас. Так, а есть... А, нет, это мы уже находимся, я понял. Знаете что, я вообще предлагаю как-то, может быть, потихоньку влазить на... Вот. Мы уже находимся на этом этаже. Я предлагаю... Оно не работает. Сразу. Я хочу вылезти наверх. Мне кажется, что сверху будет безопасней. Сверху, по крайней мере, можно оценить ситуацию просто. Так,
Ну, я не взял моховых стрел, потому что я посчитал это не целесообразным сейчас, но... Великолепно. Мне показалось, что здесь гораздо лучше подойдет то, что мы с вами взяли. Но дело в том, что зомби да тоже слышат, несмотря на все. Ладно. Здесь просто в крайнем случае можно драться, если вдруг приспичит. Брат Жерар, поведение глаза, неоднократно наблюдавшееся нами, вызывает поистине сильное беспокойство. Глаз снова был перенесен в хранилище в подвале. Этим вечером, пожалуйста, поставьте двухчасовых охранять его. Только так сможем мы определить, отчего каждое утро находим мы его парящим высоко над алтарем. Он уже тогда имел какое-то проклятие. Ладно, хорошо, на самом деле мне дико стрёмно выходить туда, но это надо делать. О, смотри, эта дверь не закрылась, когда в нас врезалась. Вот если бы точно так же себя вела и та дверь снаружи. То мы бы смогли отсюда выйти, взяв только этот глаз и все. Ёлки-палки, вот только посмотрите на это лицо. А ну, хочу приблизить. Я честно... Ох, господи, боже мой. Я, честно говоря, немножко перенервничал, слыша в левом ухе вот эти звуки цепей. Мне показалось, что он сейчас отсюда выйдет. Ну ладно, на лицо, в принципе, взглянул, но это... А это деревянное, кажется, да? То есть, если у меня есть, говорят, 3 стрелы, на этого маловато. Так, ну, в принципе, если я... Оно деревянное или нет, я понять не могу. Смотри, отреагировал. Отреагировал на звук выстрела. Прикольно. Я оставлю это, пожалуй, здесь и висеть. В принципе, я бы предпочел бы его, конечно, убить. Окончательно убить. Не знаю, как это сработает на... Имеется в виду, не знаю, как это сработает, допустим, огненная стрела на нем, как быстро он умрет, но... Типа, давай пойдем сюда. Не буду проверять. Нет, оно не работает. Чтобы оно работало, чисто теоретически нужно запустить где-то генератор. Скорее всего, вырубили в какой-то определенный момент. Так, слушай, на самом деле нам надо туда. Давай так, наверное, и пойдем. Вот туда. Пробуем вылезти наверх, и там... Так, по-быстрому. Увидели. Да, в принципе, плевать. Они что, не заберутся. Они могут только попытаться. Ну, здравствуй, глаз. Во время службы некоторые прихожане прошли через монастырские врата. Надлежащий путь для мирян на земле храма. Только... Ой, господи. Только...
только через врата собора. Доступ в город через врата монастыря служит единственно... Служит единственно для удобства членов ордена, я понял, хорошо. Очень хорошо слышит. Очень. Здравствуй, Глаз. Из-за тебя достаточно много проблем в этом мире. Ну давай-ка мы все-таки тебя заберем. Не очень хорошо, по-моему, выстрелил, но как уж получилось. Теперь у тебя есть. Ну да. Теперь начинаются проблемы. Я не подумал о том, что они могут все... Ёлки-палки. Погоди, а у меня нет ни... А, во, вот так. Я не знаю, наношу ли я ему какой-то физический урон. По идее, должен. А ну давай еще раз. Я, в общем-то, именно для этого и брал эти вспышки. Не конкретно для такой ситуации, конечно, но смысл именно такой. Ладно, с призраком, я думаю, можем справиться мечом. Если слезем туда. Но я не думал, что они все начнут себя так вести, честно говоря. Можно было догадаться, конечно, но я... Думал о таком исходе, но... Так, ладно. Я размышлял о таком исходе, что такое могло произойти, но я почему-то решил, что это не... Что такого не произойдет, я не знаю почему. И почему нет святой воды? Так, погоди, ну на самом деле можно не взламывать. Потому что, по сути, мы можем обойти. Я помню, что когда я проходил это дело в детстве, я, во-первых, это делал без звука, а во-вторых, сначала всех убил, а потом... Так быстро уходишь. Думаю, это было бы слишком легко. Проход снова запечатан. Да. Ну и как мне отсюда выбираться? И вот в этот момент активируется следующая фаза этого задания, скажем так. По идее, нас должно было обновиться. Задание, да? Нет? Еще нет. Странно. Короче говоря, мы должны с вами сейчас будем найти другой путь, и путь этот будет достаточно тернистым. Тернист, но крутой. Самое прикольное тут то, что нам надо будет помогать призраку упаковываться. На самом деле я бы попробовал бы вот туда пробежать. Там, да, там, во-первых, есть дверка. Ты мне мешаешь. Есть дверка, соответственно, есть в чем покопаться. А, тут...
Слушай, я использовал святую воду, но подожди. Я ее что-то использовал просто так? Сразу. Надо было, по-моему, взять в руки водяную стрелу и потом... И только потом ее использовать. Вот этот вот звук призрака, слышите? Мы слышали его еще, по-моему, там со входа, но дело в том, что я его начинал слышать раньше, ну, поняли меня, когда раньше играл, я начинал слышать этот звук, когда нам уже надо было сюда выбираться. Так, я вас понял. Вот эта дверь должна быть закрыта. Нет? Я не знаю, тут ли это призрак, но дело в том, что нам еще есть. Нам еще есть чем тут заняться. Ты что, окончательно умер, получается? Я думал, что они окончательно умирают, когда их разрывает. Угу. Угу, я понял. Ой, господи, неправильно. На самом деле здесь достаточно опасно вылазить. Можно было бы... Хотя там тоже точно такой же путь. Ладно, давай здесь вылезем. Слушай, он меня бьет... Нет, я не буду. Лучше я с ним сражусь мечом, чем буду тратить на него стрелы. Стрелы очень могут пригодиться. Интересно... А вы, обычные стрелы, они против призраков как? Не работают, по идее, да? Это было бы слишком тупо, если бы они работали, наверное. Ага. Маленькая, еле увидишь. Короче, нас сейчас будут, видимо, запас. Смотри, там что-то есть, да? Да. Да, там диадема лежит. Угу. Я должен ее забрать. Ой, не то. Ничего не было, вы ничего не видели. Так, диадема, хорошо, диадема надо забрать, только как? Погоди, а если я вдарю по колоколу, что-то произойдет? Нет, ничего, совершенно ничего. Он же мне мешает залезть выше. Ну, потому что там, скорее всего, ничего нету. Хорошо, я знаю, что есть диадема, но что-то, я, честно говоря... А, может быть, чтобы на нее залезть... Чтобы туда залезть, может быть, надо было бы что-то подставить себе под ноги. Я не уверен. Я бы еще ту стрелу забрал, но если я ее заберу, я, скорее всего... Потерплю фиаско, поэтому я не буду этого делать. Я, пожалуй... Пожертвовал одной стрелой. Стрела в обмен на глаз. Смотри, они даже дорисовали в этом HD-моде вот эти вот моменты. Прикольно. Имеется в виду торчащее сено из... половиц. Ладно, пускай пока там шляется. Я помню даже, что у меня были такие серьезные проблемы. Вот в этом месте. В этом месте. Я что-то вот так припоминаю просто, знаете. То есть я помню, как я снизу сюда прибегал... Убегая от вот этих вот скелетов с мечами, что-то пытался такую вычудить, честно говоря, непонятное. Давай-ка мы возьмем вот этот вот один ящик, кинем его там внизу, попробуем потом...
Попробуем с его помощью забрать диадему. Мне просто кажется, что только так я могу ее забрать оттуда. Да, я помню, как я по этой круговой лестнице здесь пытался убегать. Это дело, по-моему, да, оно закрыто полностью. Да, эту миссию я помню лучше всех. Не знаю почему, но просто она самая крутая для меня. Понял. Ну, где-то тут его надо и грохнуть. Ну давай. Где-то, не знаю, где-то вот здесь вот. Нам здесь надо будет, правда, еще проходить, но... Смотри, уворачивается еще. Ау! Собака! Так, ладно, пускай падает. Кстати говоря, видели, с него кровь капает... кровь, в общем-то. Красная, нормальная кровь. А без HD-мода с него должна литься черная жижа. Я удивлен, что здесь они сделали им красную кровь, хотя ее можно вроде даже отключить. Так, погнали вниз. В подвал. Тут, по идее, должен быть рубильник, который как раз поможет нам включить все лифты и прочую фигню. О, господи. Я понял. Так, говорят, что чтобы убить призрака, достаточно разок ему влепить сильный удар, а потом один обычный. Да. Так оно и есть. Пакость. Что? Увидел? Фу! Вы видели его лицо? По-моему, он еще и очень огромный. О, господи, боже мой! Игра еще и что-то попроседать любит в такие моменты. Ладно. Он явно какой-то необычный был. Так, но тем не менее. Я запасся. На такие вот случаи. Тот рубильник в начале, кстати говоря, он вроде бы включает здесь везде свет. Именно поэтому я его и проигнорировал. Только не говори мне, что ты застрял. Да ну нет, ну ты что? Ты издеваешься. О, отлично. Я что-то видел. А, я понял, это мухи. Золотая жила. Богатство собора, но правда не все, но... Какие есть. Тихо, тихо, тихо. Нет, не ловушка. Может, это что-то положить надо? Допустим, кости. Странное место, но ладно, я доволен тем, что нам дали здесь монетки. На самом деле, стоило бы, конечно, свет включить, чтобы хоть как-то видеть, что мы здесь берем, но я думаю, что... И так, в принципе, видно, да? О, господи! Она, наверное, пыталась меня убить, но не смогла. Хорошо. Дверные ручки. Ценности не представляют. Здесь, получается, на всю эту локацию, имеется в виду, на весь подвал был один зомби и один этот самый призрак.
Призраки, кстати говоря, не восстанавливаются. Помните, когда мы ходили в затерянном городе, мне показалось, что призраки восстанавливаются. Кстати говоря, на деревянной двери. На деревянной двери ручка одна. Отлично. Я просто пытаюсь выслушать, ходит он или не ходит, но не ходит. Так, ну ты не встанешь, да? Да. На самом деле не самое плохое место, чтобы умереть, если он выбрал. Ну, наверное. Он просто закрылся в темноте и... Слушая за дверью все эти стоны, вопли и прочее, я просто пил. И упился в усмерть уже, наверное, здесь. Так, ты вопишь, но... Но не встанешь, хорошо. Вот это вот... Дальний мигающий свет, это чертовски атмосферно было, мне понравилось. Очень хоррорно. Так, погоди, мы верхний... Да-да-да, точно верхний... Верхнего мы завалили, остается только забрать диадему, и можно идти дальше. Вглубь всего этого дела. Хорошо, что все остальные не спровоцировались, когда мы забрали глаз. Ну-ка. Да, видите, я даже с ящиком я залез сюда нормально, но без ящика я бы сюда просто не смог бы залезть, скорее всего. О, господи. Да. Так, ну по идее это все. Конкретно в этом месте. А здесь что было? Здесь была лестница, я помню, но она вела... Мне не понравилось нынешнее положение вещей, при котором работа столь многих механических устройств в здании всецело зависит от исправности машинной комнаты в подвале собора. Враги наши могут попытаться нанести вред, используя нашу недальновидность против нас. Надо бы нам реконструировать все так, чтобы каждое механическое устройство питалось от близкого к нему источника энергии. Это нам будет не в пользу на самом-то деле, по идее. Источники очень далеко. Так, здесь. Ага. Отлично. Я не вижу там молоточка, но, честно говоря, все-таки, наверное, стоит пролезть посмотреть. Мало ли. Нет, нету. По идее, это должно теперь работать, но я не дотягиваюсь. Ладно, у нас остается сейчас только один путь, он же ведет нас вглубь собора, на кладбище и прочие подобные места. Это, по идее, только эта дверь, да? То есть наверх, где? А на самом верху, да-да-да-да, на самом верху есть закрытая дверь, я ее не открою, мне не... Подожди, а может быть она открывается теперь, когда мы активировали... Хотя не думаю, нет, это вряд ли, очень вряд ли. Очень вряд ли она откроется, потому что она открывается там явно ключом, а не просто... Ладно, я даже не буду пытаться, я не хочу, чтобы он вставал. Мне просто кажется, если мне память не изменяет, мы сюда сможем вернуться, когда мы найдем ключик. Поэтому
Так мы и сделаем. Вот этот призрак, он нам зла не желает на самом деле. Суть по всему. Когда мы к нему подойдем, он, по идее, должен с нами заговорить. Добро пожаловать в Великий Собор Молотов. Как приятно видеть у нас Неофита. Меня зовут брат Мирос. Я буду твоим духовным наставником. Я вижу, ты устал от скитаний, так что оставляю тебя. Если понадоблюсь тебе, меня всегда можно найти внизу в монастыре. Угу. Я не совсем понимаю смысла, почему некоторые стали вот такими, а некоторые стали вот такими. Так, этот нас запалил, но мне нужен тот. Да, здесь нас будет достаточно много. Эк. Шона. Мама, я выдохся. Тихо. Если мы аккуратно. Вот тот, кто идет, сейчас он может меня убить. Запросто. Это лужа просто. Просто лужа. Да как? Как ты меня пробил? Тихо. Ну, я выпил все зелья. Молодец. Сейчас в свою мину наступлю.